А вот самый левый набросок, такой сиреневый, на бумаге белой, это почти буквально все сделано просто пальцем. Это некое такое пижонство, ну и, в общем-то, быстрый набросок. Вот, собственно, предварительно, что бы я хотел вам сказать. Если сразу возникает вопрос, или, может быть, потом, вот я приступлю к делу, посажу сейчас модель, чтобы ей было удобно сидеть. И мне. Так. Садись поудобнее, поглубже, так как тебе удобно. Попробуй немножко туда, вот поверни голову. Я так. А в эту сторону ну-ка. Я просто хочу немножко лицо как бы рассмотреть, посмотреть. Так, нет, все, в эту сторону. Так, я подвинусь поближе. Вот и все. Ну, у меня на палитре тут много красок разных разложено, на всякий случай. А в общем-то, обычно начинается с одной краски, кумбаржоная. Вот она у меня здесь. И вот я широкой кистью. Ну, я уже композиционно, есть некий опыт такой. И поэтому я уже сразу придумал, как ее расположить. Широкой кистью начинаю в данном случае вначале не в полную силу, я как бы немножко для себя нащупываю композицию и форму пропорций лица. Дышать, моргать можно, можно даже разговаривать, иногда уже есть что сказать. Thank you.
Я поправлю. Такое слово единственное. Сама не умею как рисовать. Сама не умею как рисовать. А ты художник? Не художник. Смело на дерево. У меня
сейчас кончится, я могу тебе это отчитать. Две девочки хотят рисовать, посадите их рисовать и дайте им там что-нибудь. Ничего не дать. Где девушка? Вон палитра, вон тряпки, вон там два тюбика краски, вон бумага. По одному здесь. Я
10 лет надо. Делайте письмо. Забыли. Дочка моя любимая. Вот дочка моя. Давай здесь. Галь, там еще не отключили, да? Идем делать, ага. Я тяжело.
На какой цвет глаз ты считаешь? Они у меня хамелеон, то есть они меняются. Бывает даже с голубизной, бывает чисто серый, бывает изумрудный. Ну, если так, то зеленый. Спасибо.